привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». Your life is my life. Наконец-то ты. Няня наша. Пошла в школу. Нет, у нее аккорд, а это цирик. По-моему. Ну, зато синий. Ну, давай. Что значит, наконец-то пошел в школу? Ну, жги нас на палом знании. Короче, сегодня нашу учителя по феминизму и расстроили, и потом рассмешили. Ну, в общем, что-то там... А, что происходит сейчас, скажем, важного в мире? В Америке... Офигеть, можно политически обозревать, да. Познакомьтесь. Ну, короче, что мы сегодня обсуждали? Да. Я забыла, в каком штате, потому что мы потом отвлеклись. Хорошо, что я вообще помню, что в школе было. О том, что нельзя сделать аборты после 6-й недели. Если врач услышал сердцебиение ребенка, это обычно на 6-й неделе происходит, то уже аборт считается нелегальным. И помните, такой фильм был «Зачарованные»? Алисия Миланова в нем снималась. Вот она феминистка, она участница проекта «Мету». Она... Что это за проект? Ой, котик, ну короче, я тоже по феминизму. И она, когда узнала, что принимают этот закон, значит, ну опять же, я подчеркиваю, я забыла, в каком штате, но пока это касается одного штата, потому что каждый же штат сам себе там все регулирует. В общем, она призвала в забастовку пойти и не спать со своими партнерами, мужчинами до тех пор, пока этот закон не отменят. Так что, если что, кот, мы вас будем. Так подожди, она считает, что это плохо? Да, это она и... Ну и, допустим, наш профессор, как я понимаю. Все, кто за аборты, считают, что это... Естественно, это плохо, что это слишком маленькое окошко, в какое время женщина может успеть, по ней важно, каким причинам... Разобраться, сделать. И, ну, в общем, это опять же идет контроль и угнетение над женщиной, это контролирование ее репродуктивной функции. И, в общем, не стоит загружаться, в общем, что происходит. Так пускай она себе сразу перевяжет, как говорится, трубы и до свидания. Чего она волнуется? А ты нам не командуй, Сереженька. Понятно, что нам делать со своими трубами. А то может сама в них дуть. В общем, все это обсуждалось там по-разному. Там это профессор тоже негодовал. Прям бедная, сегодня ее, конечно, перло. Это все вот происходит прямо сейчас, как бы, кто интересуется, может залезть посмотреть, кто там что бастует, где там выступает. Ну и, короче, кто-то у нее что-то спросил, типа, как насчет вашей свадьбы, как подготовка идет. Она хоп и переключилась с абортов на свадьбу. И такая говорит, ну, мы будем праздновать в Гордене, говорит, мы не хотим тратить много денег, но мы хотим сделать как можно лучше, типа, для нас. Ну, так, короче, кто-то там про городок пратис, рядышком с нашим. Кто-то про пратис спросил, не надо нам пип или нет, не надо. А это то, знаете, мы можем разобраться и с вами. Да. Короче, кто-то там спросил, про будет ли она, в какое она платье будет выбирать, что сейчас уже не модно в белом. Она говорит, нет, я буду в классическом белом, ну, типа, бла-бла-бла, не надо об этом. Пока она все это рассказывает, начинается такой покрасу, типа, чек Фейсбук. Я уже, когда открывала Фейсбук, честно говоря, да, ну мы с девочкой, которая рядом сидит, я ждала уже увидеть, что она на заголовках Фейсбука, блин. А там, да, статья о том, что невеста, это тоже сейчас происходит, это не когда-то давно было, разослала, у невесты свадьба вот там через неделю или через две, она всем приглашенным разослала дополнительную информацию о проведении свадьбы, что, как вы уже знаете, что на прошлой неделе, типа, умерла моя тетушка, я забыла ее имя, ну не столь важно, я когда читаю что-то на английском, я имена, которые мне сильно не надо запоминать, я пропускаю, потому что для меня тяжело их воспроизводить, поэтому я их, ну, пропускаю. Организм в общем, отторгает. Да, в общем, она померла. И говорит, ну она так меня, говорит, так хотела поприсутствовать на моей свадьбе, что типа все мы решили совместить поминальные мероприятия и мою свадьбу, мы не будем ее отменять. И поэтому не удивляйтесь, что на некоторых частях церемонии будет стоять открытый гроб. Вот. И как вы знаете, типа похороны сейчас это очень дорого, и вот мы все это вместе совмещаем. Она такая рассказывает. Так а сколько между смертью и свадьбой? Не знаю. Они ее где хранить будут? Короче, ну там начали, какая реакция была у тех, кто получил это дополнение к приглашению. Там так одни написали, здорово. Что типа крейзи, там туда-сюда.
что... А, она говорит, будьте типа фри, ну типа чувствуйте себя свободно, подойти и отдать дань уважения моей тете, типа все нормально. Училка-то не понимает, чего все ржать начинают. Она-то в это время рассказывает о своем платье и говорит, что такое? Ну это ситуация, как когда я рассказала Антоше анекдот, да? Когда я рассказала Антоше анекдот, зашла врач в кабинет, а он остановиться не может, он смеется. И она, бедная, так, мне уже неудобно становится, что я Антошу успокоить не могу. Он у нас просто, ну, легкий, как он говорит, на эмоции, он начинает смеяться аж до слез. И она такая, что-то в этом компьютере набирает и говорит, я что делаю, что-то плохо. Ну, я говорю, извините, говорю, типа, просто Антон боялся делать прививку, говорю, я пыталась его развеселить, рассказала ему смешную историю, которую мне папа рассказывал. Говорю, теперь вот. Он успокоится, потому что, ну это хорошо, хорошо. Ну, чувствовала я себя как бы неудобно, потому что, ну, он смеется без остановки. Ну, в общем, она такая, типа, а что происходит, а что происходит? Ну, когда мы ей объяснили, она тоже посмотрела Facebook, тоже поражались с этого. И вот она говорит, типа, это не я, говорит, будьте уверены, что это не я. Ну, мне как-то кажется. Но мне кажется, это перебор, конечно. Я понимаю, что можно, допустим, сыграть две свадьбы вместе. Ну вот, чтобы типа как-то экономнее было, можно, если лучшие друзья там или сестры, да. И то мне бы все-таки хотелось бы, чтобы да нет, хотелось бы, чтобы я была главная. Я сразу подумал о каких-то кармических силах и прочее, и мне кажется, совмещать торжество с похоронами, это как-то мне кажется. Сереж, ну а как вот показывают в баптистских, ну по-моему, это в баптистских этих самых. Как они похороны проводят, они поют, они танцуют. Нет, так и здесь же у нас тоже проходит так. Ну, но мы не были, но мы можем только на кино опираться. Все видели, я думаю, в кино хоть однажды, как проходят похороны. То есть это не так траурно, как, например, в Беларуси. И я считаю, что это нормально. Но все равно похороны – это похороны. Свадьба – это рождение новой семьи. То есть это... Мертворожденная семья или заживо рожденно умирать или что? Получается, ну, какой-то бред, мне кажется. Ну, реально. В общем, они решили вот. Если она так любит тетю, там, ну, если мне кажется, можно было подражать. Поставить ее фотографию где-то на столике, ей место дать, да, например. Ну, или если ее кремировали, урну принести. Я считаю, это было бы нормально. Ну, уже гроб притаранить, блин, ну. Ну, в общем, закончился феминизм. Разошлись мы, короче, во свояси. И, в общем, сегодня я поняла, что я была права, что я не люблю всякие эти групповые проекты. Давай вообще зададим вопрос. Вот, ну, скажем, никто умирать не собирается, но так или иначе все об этом думают. Все думают о каких-то похоронах и о прочих. Вот кто бы хотел как? На свадьбу, например, попасть? Нет, на свадьбу, дай бог, чтобы все попали к своим детям и к внукам. Ну, в разумных пределах. Можно, конечно, всем желать, да, но все мы люди знаем, что невозможно пережить определенный возраст. Ну, дай бог, чтобы все попали туда, куда надо. Максимально. Ну, просто вот такой вопрос, например, вот с юмористического уклона. Кто бы хотел, блин, как? Закопаться в землю или стать джином-уладином и типа поселиться в такой небольшой вазочке? Кстати, сейчас... Выходит новый фильм «Аладдин» детский. У нас везде висит реклама. Ну, у всех реклама. Вот такие переходы от похорон к детскому мультику. Ну, потому что тоже про лампу. То есть вот пишите в комментариях, кто как рассматривает свое светлое будущее, свою возвышенную жизнь мне, да, в подземном мире или все-таки где-то в какой-то, ну, вазочке на этом самом, там, я не знаю, на каком-то, как это, не на журнальном столике сказать, а, ну, в каком-то буфете там или где оно может стоять в доме. Кот, мне кажется, что тебе уже будет все равно, что с тобой будет. Ну, дальше. Понятно, что тебе, ну, как бы, может быть, и не все равно, с одной стороны. А с другой стороны, это же все-таки память. Вот, с другой стороны, взять, вот, по белорусским меркам, там немного кто как и переезжает и прочее, да? И то есть, если кого-то похоронили, то всегда есть возможность съездить. Даже если и похоронили на другом конце Беларуси. Но если в Америке кого-то похоронили, то, понимаешь, это может быть немножко проблематично, брать перелет четырехчасовой там или еще больше, может, или еще что-то, правильно? Поэтому, может быть, лучше взять своего родственника с собой и так его
контрабандой в чемодане провести, не платить за место. Когда родственников наберется определенное количество. Зайка, у всех, подожди, у всех родственников речь идет, по крайней мере, о родителях, максимально о бабушках. Понятно, что всех ты не будешь в вазочки перевозить. Это, кстати, я еще чего это самое... Я недавно проезжал, у нас есть такой город Инглвуд, и там очень большое кладбище, и там, кстати, тоже День мамы как-то особенно выделялся, что будет время определенное, вот вчера было. И тоже было написано, что все услуги, бла-бла-бла, и в том числе была нарисована очень красивая вот эта вот такая вот урна. Ну, это жизнь, а что делать? Рано или поздно... Кот, ну ты мне дашь сказать? Ну, давай. Потому что ты мне не даешь закончиться. Прихожу к физруку, и о чем мы начали разговор? Про пожилой возраст, о том, у кого какие бабушки. И он говорит, и он продолжает эту тему похорон, там, завещаний. Он говорит, на прошлой неделе мне позвонил папа и говорит, что нам срочно нужно встретиться, типа, папе, брату и ему, значит. Встретились они, походу, папа опять сюда прилетал, потому что папа в Нью-Йорке живет. И папа уже их заверил, что, говорит, ребята, говорит, я, говорит, понимаю, что когда я помру, вам будет вообще не до этого. То, о чем я говорю. Говорит, я не хочу, чтобы в тот момент, когда вам будет душевно плохо, чтобы вы еще имели какие-то, ну вот, хлопоты, типа, что делать, куда бежать. Поэтому вот мое завещание все-таки немножко им перепадет, как я поняла, по довольному лицу тренера. Вот. И папа полностью позаботился о... на земле, где его похоронить, а агентстве, которое будет этим заниматься. В общем, папа заключил все возможные контракты на то, чтобы он говорит, типа, я хочу, чтобы вы вот просто были, ну, типа, а понятно, такой... что у вас будет большая душевная травма, когда я уйду. Ну, блин, как я хочу как познакомиться. Как он самоуверен, да? Я хотела, конечно, с ним познакомиться, да? Ну, просто интересен как персона, как человек, да? Он говорит, я понимаю, это будет тяжело, это нелегко, типа, когда вот теряешь родителей, все. Поэтому я хочу, чтобы вы вот максимально могли, типа, расслабиться, а не бегать в тот день, когда тебе в душе тяжело, еще тут искать, с каким агентством чего заключать, кто там землю покупать и всякие такие вопросы решать. Поэтому, говорит, вот я максимально подготовился ко всему. Поэтому я вот опять склоняюсь к кузнечке. Да. А зачем землю покупать? Лучше ну, на эти деньги, считает. Пускай они купят себе маленький домик. В общем, а дальше, раз и... дальше пошел разговор о пожилых людях. В принципе, у нас сегодня была тема, мы обсуждали, какие болезни с возрастом приобретаются, как увеличить, помочь увеличить продолжительность жизни, как важно поддерживать эмоционально пожилых людей. Ну, каждый там каким-то своим опытом делился, там я просто про, ну, про мою бабушку рассказала, парень про свою бабушку рассказал, ей в этом году 99 лет, она очень хочет встретить столетие. Это не его бабушка, это его прабабушка. Живет она одна, но к ней приходят, ну, короче, дают помощь ей, 24/7 помощь с ней проживает, ну, одна она, в смысле, без семьи живет. И учитель наш сразу такой, ну, Федор, типа, блин, говорит, это же очень дорого, он говорит, ну, да, дорого, типа, семья посчитала, что это лучший вариант, бабушка никуда не хочет уезжать, переезжать, ей комфортно жить там, где она живет, поэтому... И плюс все же работают, поэтому проще получается нанимать вот этого 24/7, чем с бабушкой возиться. Вот он фотку показал, что удивительно, парень очень-очень темнокожий, а бабушка очень-очень не темнокожая. Ну, а хотя что удивительно, что он удивляешь, у нас мама выгуливает очень темнокожих детей. Ну, ладно, дайте. Вот. И дальше физрук такой рассказывает, говорит, я очень остался доволен, что, говорит, отец все так подготовил, говорит, и сейчас я понимаю, что я должен, говорит, подталкивать родителей моей жены к этому, потому что, говорит, типа, они уже чтобы тоже... Чтобы они тоже подготавливались. Да, да, сколько? Он говорит, ему 79, ей 77 или 78, а, говорит, я не уверен, да. Они, говорит, не решают эти вопросы, говорит, и это, говорит, поймите, это не мне нужно, говорит, мне-то пофиг, я, говорит, буду спокойно решать эти дела, когда это случится, но, говорит, она в каком эмоциональном состоянии будет, как это будет для нее тяжело все это решать, потому что все равно, говорит, я не смогу решить, в каком месте они хотят. Это все нужно будет решать родным, типа ей и брат. Ну, короче, и в это время ты можешь просто попасть на большие деньги.
Он говорит, и поэтому хотелось бы, говорит, и надо, говорит, их, ну, немножко к этому подталкивать. Они пока об этом... По краешек. Он такие вот жесты делал. Ну, я говорю, я прямо обожаю физрука. Короче, следующий семестр надо с ним тоже что-нибудь взять, просто походить, даже, ну, так посмеяться. Вот. Ну, и, в общем, он такой говорит, это, говорит, и... Поэтому он нам дал задание сегодня, когда придете домой, уточни... А, еще он очень концентрировал внимание, что нужно, чтобы... Вот было составлено, когда уже люди в пожилом возрасте, да, чтобы было составлено завещание, потому что, говорит, потом все эти судебные, ну, короче, когда это все делается, да, это, говорит, и деньги тратятся, и нервы тратятся, и какие-то раздоры могут быть, а когда есть завещание, говорит, все, типа, очень хорошо и очень понятно, вот. Поэтому он говорит, сегодня, когда вы встретитесь со своей бабушкой, дедушкой, там, да, говорит, уточните у них, спросите у них, готовы ли они уже, типа, упорядкили ли они свои дела. Вот как в кино говорят, что вам пора привести свои дела в порядок. Вот так он рекомендует нам сегодня пообщаться с своими пожилыми родственниками. Интересно, если с ней маме позвонить. Пора уже позвонить твоей маме. Кон, не смешно, своей звонить. Вот. Ну, в общем, для меня этот разговор был, с одной стороны, конечно, весел, он очень эмоциональный, он там руками машет, когда разговаривает, он так это там бла-бла-бла, но я вот подумала, да, короче, сегодня все могут подойти к своей тёще. Я вчера разговаривала с бабушкой, и бабушка, как обычно, завела там, типа, ну, у нас бывают периоды в году, когда подходят какие-то определенные даты, ну, важные, ну, не важные, важное в жизни бабушки, в жизни нашей семьи, когда она начинает собираться помирать. Не рюкзачок, она начинает приводить свои дела в порядок. Сейчас дата приближается, это дата моего дня рождения моей тети, которая очень молодой умерла, это был большой удар по бабушке, и она ведет какую-то вот... Ну, у нее есть какая-то, грубо говоря, дата отсчета вот от нашего дня рождения. Чем ближе мое день рождения, чем чаще у нас, мое и тети Марине на день рождения, чем чаще у нас возникают вопросы. Я умру, у меня был такой удар, когда Маринка умерла. Ну, в общем, неважно. Ну, в общем, есть две даты, три получается, да. День ее рождения, день ее смерти и день ее смерти дедушки. Когда она начинает сборы? Значит, сборы это что? Это начинается. Ну, я-то уже пожила, значит, вчера я Людке все показала, во что одеть, куда положить. Где крупнича? Ну, кот. Потом она начинает выяснять, кто. Она начинает выяснять, кто лучше сможет позаботиться о ее животных, не пропадем ли мы в принципе все без нее. Я так и знала, вот я знаю, я умру, и никто огородом заниматься не будет, все здесь зарастет. Ну, в общем, я представляю, сегодня, когда я традиционно позвоню бабушке дать отчет о прожитом дне, и скажу, так, бабуля, время, че, не пора ли тебе, она не видит, не пора ли тебе... собираться. Я себе это не представляю. И когда у нас проходят эти разговоры, я наоборот ей говорю, бабуля, конечно, бабулечка, говорю, собирайся, помирай. Кто собаку досмотрит, а кота куда денем, а кошка еще молодая, ей жить и жить. Я стараюсь ее как-то наоборот от этих мыслей, ну, увести, чтобы она даже не думала. Я говорю, бабушка, а тебе не жалко будет столько земли? Говорю, что ты думаешь? Говорю, мамка сейчас бросит огороды там высаживать. Я говорю, да тебе, говорю, обидно просто будет, что это все, ну, типа там, наоборот, ее как-то поддержит, чтобы... А тут как бы противоположно. Бабушка, давайте приведем все ваши дела в порядок. Так он еще сконцентрировал внимание на том, да, он говорит, это не должно быть просто завещание от руки, типа, я завещаю свое дорогое колье там внучке. Говорит, лучше всего, чтобы это было сделано с юристом. Так что же, прямо сегодня юриста брать и к бабуле ехать получается. Вот. Ну, в общем, так вот. Ну, это вот, видишь, разные отношения получаются. У нас как-то это не принято говорить. Об этом, да. Я думаю, что об этом надо говорить. Значит, начнем с твоей мамы. Вот. А потом у нас был Child Development Class, где я поняла опять же, что групповые проекты это тяжело.
потому что некоторые, вот у нас на сегодня была запланирована одна часть работы, и, в общем, сделала я, и сделала наш лидер, две девочки. Ну и все, значит, тогда сделали. Написать в этом дневнике, отчете, написать, что такая и такая девочка ничего не сделали, и тут они лесом были. Дело в том, что нам 20 числа, в следующий понедельник, нужно уже быть готовыми полностью представиться, а они ничего не сделали. Ну. Они обещают к пятнице сделать, получается, у нашего лидера остается... Суббота и воскресенье, чтобы прям носиться там вот так вот. А лидер сделал? Лидер сделал. Ну все, значит, с лидером сейчас коленка ее в бок, и пускай пишет, что типа эти две не работали. Проект на грани срыва. Почему я раньше еще сказала, у нас же и на Women's Study тоже, ну, на феминизме есть групповой проект, да? И сегодня, когда учитель нам дала время работать над групповым этим проектом, да, я вообще не поняла, что они кто делают. Одна девочка ушла, другая уселась в Facebook дальше проверять. Вдруг еще кто-то какое мероприятие придумает. Я пыталась узнать, что значит сделать био к аккаунту Instagram, да. Я говорю, когда мы будем это делать? Говорю, типа, ну вот есть, просто делали, ну как бы... Что за био в Instagram? Ну я тебе потом покажу, поэтому, потому что я хочу в этом разобраться, я хочу это сделать и в среду доложить учителю, что... Я это сделала, как я это представляю, потому что, ну, я работала одна в группе. Это нужно краткое описание к своему аккаунту, что он из себя представляет. Ну, вот у нас тема, типа, нашего аккаунта, типа, что... Это там писатели, например? Вот я этого не понимаю. Я пыталась у девочек спросить. Они же все инстаграмщицы. У меня уже этот телефон задолбал брынкать, блин, какие фотографии они выставляют. Потому что они же все подобавлялись в друзья к нашему аккаунту совместному. Вот. И, в общем, никто ничего, как бы, они сидели, они считают, что 26 мая наступит не скоро, а я вот знаю, что оно наступает через 2 недели в воскресенье. И это тоже вся работа должна быть сделана и опубликована. И никто, как бы, ничего. Вот поэтому я говорю, я люблю отвечать сама за себя, а не за себя и за еще кого-то. Ну, все. А, ну опять мы сценку начала development разыгрывали. Как будто я была учительница, на меня, ну, в моральном плане нападал родитель, что он не хочет, чтобы его сын общался с этим ребенком, потому что он себя плохо ведет, и мне нужно было выйти из этой ситуации. В общем, так. Вот такие дела. Все, всем хорошего настроения, хорошего дня. Мы пошли забирать Катаринку с тренировки. Подписывайтесь на наш канал. У нас много интересного. Вы узнаете, чем совершилась, ну, вот так свадьба вот с похоронами. Неожиданно, да, можно просто... Ой, смотри, у нас какие-то супергерои идут. А ты сможешь потом пере... это а сама? Где он идет? У нас идут мальчик-супергерой и девочка-супергерой. На встречу идут? Если да, идут навстречу, они сейчас ловят. Придут старших. А нет, они остаются там, наверное, ждать возле. Жалко, может, девочка будет видна. Не видно, я не вижу в этом. Они за сестричкой пришли, наверное, за братиком. Может, они оба нет, в нет. костюмчиках. Девочка в розовеньком, она, наверное, девочка супер. Как так вон они супергероиня. Идут. Не идут? Мальчик как-то не торопится. Сейчас вы их увидите. Один ребенок уже появился. В общем, подписывайтесь на наш канал. Смотрите плейлисты. У нас есть разные плейлисты. Рецепты от кулинара шеф-повара. Походы в магазин, сколько надо денег на питание семьи из 5 человек. Учеба в колледже, проба продуктов. Ну и много всякого интересного. Вот они, супергерои, побежали. Все, до встречи в интернете. И они в носках. Бай-бай. Да, если вам видно было, ходить в носках на парковку – это нормальное явление. То есть это же по колледжу в носках. В Америке это очень интересно. Я помню, первый раз увидел. Молодой человек в носках в лифте приехал, я такой посмотрел, пошел там почту забрал и поехал назад. Очень было прикольно. Все, бай-бай, увидимся. Пока-пока.